Шалқар, Дәрібай көлдерінің жетістен финалға шығып чемпион болатын болдықлары құқық қорғау органдарының басшылары ерулеріңізге болады. Шалқар ауданы 2 жыл қатарынан жылды 500 миллион теңгемен таза табысын аяқтап отыр. Бұл ауданның барлық 50 мың халқының еңбегінің жемісі деп санаймыз. Сол табысымыздың арқасында халық 37 миллион теңгемен субсидия шығып сөйлеушілер болса, мезгіліне дайындық барысында 260 мың тонна елді мекендерін көріп отыр. Ендігі дерттің бойында орналасқанбыз. Келе жатыр. Сөзімнің дәлелі болсын. Это особый район Актюбинской области. Здесь из-за термы лета 45-50 градусов. Температура зимой до 40. Зона пустынь, полупустынь, приоралье, соли, сухой воздух. Наши женщины за 50 лет уже жалуются все на больные суставы. Поэтому я считаю, наверное, надо как-то особо отнестись вот к тем, которые сидят здесь, в частности, пожилые люди, хотя бы сделать какой-нибудь небольшой профилакторий, потому что мы, наверное, имеем какие-то определенные льготы, так как мы находимся в зоне экологического бедствия. По озеру. Вот 2 года тому назад Бенедикт Мишин приезжал, я показал озеро. Это вопрос уже, как говорится, лед тронулся. 21-го Аким Олсен дал указание, я еду в Мажи защищать его. Вот озеро, это трехлетний бюджет, республиканский бюджет, это войдет. Нам никогда не надо забывать, что мы многонациональное государство, но благодаря той политике, которую проводит наш президент Нурсултан Назарбаев, мы живем в мире дружбы под единым шанграхом. Если вот это мы сохраним, то будет развитие Казахстана, то Казахстан быстрее войдет в число развитых 30 стран. Сейчас мы можем гордиться своим Казахстаном. За 27 лет мы добились того, некоторые страны добивались веками. Сейчас Казахстан узнаваемый везде и по экономике, и по политике. Мен айтамын, кешке жақын демалыс күндері балдар сол спортқа бару керек деп. Бармайтын себебі ата-ана салып бармайды. Атасы әже салып бармайды. Оған айтып түсіндіру керек. Жаңа шардардағы жұмыстан басталған. Ол жақта, оңтүстік Қазақстанда ардагерлер кеңес. Сейчас мы вопрос прорабатываем. Понимаете, есть такое требование. Новая школа строится, если это школа аварийная или трехсменная. Мы сейчас над этим работаем. Я недавно был у премьер-министра, я ему его попросил. Я думаю, что в этом году начнем строительство нового учебного корпуса. Потому что эта школа, коллектив этой школы заслуживает этого. Потому что хорошие показатели, и мы должны это сделать. Халықпен халықпен